Александр, добрый вечер, с победой вас. Ваши впечатления, эмоции? Неплохая игра. Спасибо нашему сопернику. Хотели бы получше сыграть, поувереннее выиграть, но не получилось. Игра была боевая. Вот первый тайм такой достаточно рваный получился. Вроде владели преимуществом, но соперник создавал моменты. С чем это связано? С тем, что поле для нас незнакомое. Мы 3 раза в этом поле играли. В основном играем на поле побольше. Поэтому такая игра. Мало пространства. Ребята привыкли, когда больше пространства. Ну что, спасибо моей команде за игру. Хотели бы поблагодарить нашего спонсора «Перевоз Спас», «Металлоконструкции» и нашего директора Цезаря Ивана Михайловича за развитие футбола ростовского. Ну и все. Все тогда с проходом вас дальше. С победой. Спасибо.